Расскажи, пожалуйста, о книге «Звездные ангелы. Новый мир» Виктора Уолкера. Книга «Звездные ангелы. Новый мир» Виктора Волкера, возможно, ты имел в виду это имя. Это фантастический роман, который рассказывает о духовных существах, ангелах и их взаимодействии с миром людей. В центре повествования мир, в котором ангелы играют важную роль, и их действия влияют на судьбы человечества. История описывает, как ангелы не только защищают, но и испытывают эмоции, делают выборы и сталкиваются с вызовами, что делает их ближе к людям. Это не просто духи, а персонажи с глубокими внутренними переживаниями. Они борются за справедливость и мир в новом, измененном мире, который они помогают формировать. Книга наполнена философскими размышлениями о добре и зле, о роли высших сил в жизни человека, а также о свободе воли и предназначении. Фантастические элементы переплетаются с эмоциональными линиями героев, создавая насыщенное и многослойное повествование. Если тебе интересны такие темы, эта книга могла бы стать увлекательным чтением.